А я говорю, не топай и не сутулься. Знаешь что? Вот буду топать, сутулиться, сколько мне влезет. Послушайте-ка, мадмуазель, прошу вас не забывать, что я ваш дядя. И ваши родители попросили вас следить за вами, пока их нет. И чтобы это меня слушалось. Тихо. Вот люди добрые, вот аж смешно, честное слово, дядя нашел. На 3 года старше, не топ, не сутулься. И пилит меня, и пилит. И пилит меня, и пилит. Вот случилось бы что-нибудь такое, чтобы я стала самое главное. И никто, даже вот этот дядя, не мог мною командовать. Посмотрите на нее, какая цаца. Да, цаца. Чтобы самое главное, чтобы не командовал ей никто. Короче, дядя, надоел. Пойду смотри, что здесь есть. Стой, куда пошла? Новый дом, только переехали. Сейчас твои дела, как обычно. Бледная девчонка. Ну как-то, а обычно
и Кольник, и Вольт. Мужик, да? Это значит, я и мужик? Ну да, вроде мужик. Ах ты, кого? Я? Страшно. Ах ты, мерзавец. Как зовут? Вот, мужик, давай-ка сейчас без этого, а, Мордыхай. Мордыхай, так ты еще и еврей, да? Конечно, не мне, мор, ты не прикольный мор. Это твои выгоды, поплатишься и ты, еврей, и весь еврейский народ, ты тоже поплатишься. А еще за то, что в джинсах во дворец пришел. Нормальный какой, да. Привет, как же ты меня? Короче, слушай, мне этот Яша нормальный парень, кто рассказал. Мне теперь нужна такая кофточка по случаю в стиле. Прическа такая красивая, помада мягкая. Маникюр она сделала, такой ногти, как у гитариста какого-то. И еще, и мама не надо тоже получить. Вот это, кстати, на рамку, потому что я в комнате, всегда это мужик возьмет. Царь, настоящий! Да. И там еще был мужик, он не мужик. Как не мужик? Да не перебивай. Он первый министр, даже не персона. Ты шар, быстрее! Вот. Шар. У них есть какая-то особая... Так скажите, пожалуйста, а у вас государство
А пусть они, может, что ли, состязаются с Аманом? А как состязаются? А вот вы знаете Ахашвирош? Я считаю, что в шахматах есть особая философия. Он король королевы, пешка, конь, слон. И они шахматы. Как?